Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне, все пришли в кино и старый мал, кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать, мать узнала сына тот же миг, и пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи бой, стала мать прикрыть его с собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, просили, да беги! Кадр сменился, сын остался жить, просит мать о сыне повторить, просит мать о сыне повторить, просит мать о сыне повторить. И опять, пока он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, словно сын ее услышать мог. Дома все и чудилось кино, все ждала вот-вот, сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее. Слава.